Здравствуйте, уважаемые зрители. Тема сегодняшнего видео – подключение видеорегистратора в автомобиле. Конечно, ничего сложного нет. Зацепил присоску, установил видеорегистратор, подключил шнурок, подключил к регистратору и далее в прикуриватель. Довольно-таки часто вижу такую картину, как у водителей шнурок вставлен в прикуриватель, проводка потом идет где-то здесь. Либо она прикреплена к торпедо. Но лично меня напрягает вот этот вот висящий хлам. Вот этот вот шнур постоянно перед глазами. Я не знаю, как так можно ездить, но он меня просто бесит. Тестирую новый видеорегистратор, снимаю на него обзор. В принципе, уже снял. Скоро выложу на канале. Но теперь пришло время поставить видеорегистратор туда, куда надо. Буду ставить под зеркало. И этот шнурок обязательно спрячу. А вот каким образом я подключаю регистратор на своем автомобиле, смотрите далее. Для начала нужно подпаять пару проводов к переходнику от прикуривателя. Можно, конечно, сделать здесь все на скрутке, но качество соединения будет сомнительным. Вот снял старый переходник. Это от старого видеорегистратора, который отслужил свое примерно лет 8. Здесь я подпаялся, и за весь срок службы не было никаких проблем с питанием. Поэтому в новом случае я также подпаяюсь. Снизу идет плюс, с боков минус. Провода желательно разного цвета, чтобы потом не перепутать, так как после подпайки проводов я обязательно здесь еще дополнительно обмотаю изолентой. Провода на 1.5 квадрата у меня использованы, но что нашел, то и припаял. Можно, конечно, поменьше. Длина проводки зависит от того, откуда вы будете брать плюс и минус. За это надо заранее предусмотреть. Подпаял провода и временно пока подключил к запасному аккумулятору. Можно, конечно, это все проверить на машине, но у меня есть возможность дома. Вставляю регистратор. Все нормально, питание есть. Перехожу к установке регистратора. В России есть такое положение, что днем нужно ездить либо с дневными ходовыми огнями, либо с ближним светом фар. Дневных ходовых у меня нет, но ближний свет фар, конечно же, есть, которым пользуешься и днем, и ночью. Поэтому я сажусь в автомобиль, завожу, и всегда приходится включать ближний свет. Это блок управления, нулевое положение. Здесь идет включение габаритов, а здесь ближний свет фар подключается вместе с габаритами. Возьму питание отсюда. Под крышкой есть вот такой вот блок предохранителей. И в данном месте достаточно пространства для установки переходника регистратора. Установлю его сюда. Остается только найти плюс. Минус возьму с массы, с этого болта. Ну а плюс нужно будет искать с блока управления. Здесь идет такой вот разъем. В свое время я сделал прозвонку, бросил мультиметр на минус и искал, куда приходит плюс после включения габарит. Плюс подходит вот на этот провод. Раскидываю проводку, вывел провод регистратора вдоль проводки освещения салона. Так что провод этот будет закрыт вот такой вот пластиковой накладкой. Ну а сверху провод будет прятаться под обшивку. Сейчас установлю накладку и далее уже буду подключаться в блоке управления. Остатки проводов просто намотал на переходник. Регистратор установлен, все про все ушло примерно полчаса. Переходник для прикуривателя дополнительно сцеплен пластиковой стяжкой, для того, чтобы он там не болтался. Подключил минус и плюс на свое место. Теперь проверка. Регистратор отключен. Включаю габариты, либо ближний свет фар. В обоих случаях питание начинает поступать. Включил ближний свет.
связь со спутниками. Запись пошла. Включаю нулевое положение. Регистратор отключается. Все замечательно. Проверка еще раз. Включаю. Как видно, никаких висящих проводов, ничего абсолютно не мешает обзору. Регистратор подвесил так, чтобы можно было видеть только нижнюю часть. Все провода культурно спрятаны. Самое сложное, пожалуй, было это установить назад обратно вот эту декоративную накладку. Есть разные варианты подключения. Можно напрямую к аккумулятору, к замку зажигания. Каждый может найти свое техническое решение. Я поделился своим. Канал может пригодиться. Всем удачи!